Трепье да иголка, да ниток катушка. В умелых руках оживает игрушка. Влагает в нее непонятную властью частицу души своей кукольный мастер. Наверное, также ночными часами трудился когда-то создатель над нами. Рождение куклы из разного хлама подобно явлению мира Адама. Бывает довольно кусочка рогожки, чтобы вылепить тело и ручки, и ножки. Вот труд завершен, старых ножниц щелчок, и мир изучает пытливый зрачок. Живет человек и сквозь бесконечность, глядит на него седовласая вечность. Добрый день, мы снова в пространстве кукол, и у нас в гостях Борис Иванов. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Наше ожидание было таким томительным, что разговор точно будет активным и интересным. Да, постараемся. Сегодня, когда, так сказать, мы живем век информационных технологий, когда люди очень быстро, так сказать, проживают свои жизни, не задумываясь об образах, которые мы каждый раз обсуждаем на встречах, о каких-то, так сказать, элементах красоты, хотелось бы задать вам вопрос, как вы пришли в этот мир? Мир искусства. Это прекрасный ответ. Как пришел? Хотелось научиться рисовать когда-то, будучи молодым. Ну, походил за студию в Москве. Потом поступил в художественное училище 5-го года, московское. На вечернее отделение. В это время у меня уже были дети. И пришлось поступить на вечернее. И работать, и учиться. С 4-го раза я поступил. Упорство. Очень много, да? Надо было на это. Да, надо было. Настойчивость и упорство. Потому что мне очень хотелось стать художником. Я рисовал каждый день. Что стараюсь делать до сих пор. До сих пор практически каждый день я работаю. Это в каком возрасте? Уточните, пожалуйста. А поступила в каком возрасте? Ну, я думаю, это было... А в МАХУ поступила в 86-м году. Мне было тогда 36, по-моему, лет. Ну, это такой сознательный возраст достаточно. Да, ну до этого я работал в одиночку, ну и за студии какие-то. А рисовали всегда или вот как раз после 36? Нет, я рисовать начал в 70-х годах, ну перед армией там. Ну понравилось, видел, как люди там пишут где-то чего-то. Картины нравились, создавать картины именно, цвет, живопись. Вот что меня привлекало. Мне нравились вообще краски, холсты, вот эти все кисточки, самое тайное. Ну, как из тряпки вот и каких-то там непонятных цветов создаются такие полотна, какие-то земляных там дел. Это технически нравится? Технически мне начало. То есть как тактильно, да, трогать? Понравился сам процесс, как люди там тянут эти холсты. Разводят краски, вот эти все дела мне понравились. Мне это напоминает фотографию в свое время, когда люди... Фотографией занимался, пришлось работать, товарные знаки создавать, те времена еще. Мы с ребятами делали фирменные стили, ну еще вручную тогда еще, не как сейчас на компьютере, раньше этого не было. Отрисовывали все эти знаки. Сегодня это называется креатор, да? Я не знаю, как это так называется. Наверное. Может быть. Ну, зарабатывали этим деньги. Это было в 90-х, во время кооператива вот этих всех начиналось. И некоторым известно, мне Штрафбанку мы делали товарный знак. Но его сейчас нет, его поменяли. Вот так. Интересно, как быстро все меняется, да? Очень меняется. Ну, карандашиками, тушью, тушиками все это отрисовывали, отписывали, отчертили. И потом отснимали все это. Фото. Ну, на фотокамеру. На фотокамеру. Увеличители огромные были. У меня дома была мастерская, вот это фото. Я сделал одну из комнат. Ну вот так. И мы бригады свои вчетвером. А потом был музей афганский. А семья как отнеслась вот к направлению? Mm-hmm. Получается, смотрите, до 36 лет курс какой был? Нет, ну я рисовал. Да, ну, считай, ну, лет с 18 я начал рисовать, ну, с 16, активно, ежедневно. Женился. Но это было для себя. Для себя, да. Людей, там я работал на стройке, рисовал строителей пьяных там всяких. Как ну, настоящий художник, да? Ну, во время обеда там, да, рисовал блокнотик, карандашик. Семья появилась когда? Семья появилась, я женился в 32 года, пришел со службы и женился в 80-м году. У меня двое детей,
двое внуков. Дети уже большие, больше 33 года дочке, сын 32. А чем занимаются? Дочь у меня закончила МГУ, философский факультет, а парень сейчас военный, он хороший программист. Мне просто нравится делать куклы, нравится сам процесс. Я вот перенес со своих картин на куклы, мне друг посоветовал, тоже мой художник, мы вместе учились. Ну попробуй, ты в лесу живешь, ну сделайте, отвлекись, я пошел. А в лесу где? Вот я. Ну я за городом живу, у меня лес за забором. Это сколько и километров от Москвы? Ну недалеко, 30 километров по щелчку. Но все равно в зал. Я не живу в Москве, я не ночую в Москве. То есть это влияет на ваше творчество, правильно? Коренным образом. Мне на творчество влияет отсутствие окружающих людей, суеты и всего. Я люблю тишину, с годами это нужно. Такой замкнутый человек стал. Ну, стабильность. Подождите, а вы же с супругой живете? Да, ну супруга не мешает, за 35 лет, наверное, привыкли друг к другу. Супруга готовит покушать. А она чем занимается, кстати? Она тоже художник? Нет, она раньше воспитателем работала, сейчас нет. А она кушать готовит, не дает мне совсем успокоиться, мятежный. В творчестве не сон. Мятежного склада души человек. Я непредсказуемый человек, вот моя супруга. Она не дает мне совершенно. Успокойся. А там спокойно. Дерево, деревья. Скажите, сложно перейти из плоскости, ну, картина – это все-таки плоское произведение, то есть да, необъемное, да? Обмозрение, да. И на плоском листе сделать объем. Конечно. А переносить это в объемную фигуру – это… Не знаю. Я начинал-то вообще просто шар делал из лица. Просто упрощенный шар. И его расписывал красками, делая объем. Так что я переходил безболезненно. Просто на шарике писал картину. А сейчас я стал потихоньку носики там, ну ушки были, носики, глазки там, уже пошел больше к объему. Конечно, сложнее. Но мне нравится учиться, и учиться я буду пожизненно. Я не знаю, что получится. Того, что начинаю делать, я примерно представляю, все продумываю. Скажите, конечный результат я не знаю. Все-таки вы ведете достаточно такой аутичный образ жизни, ну, стараясь абстрагироваться от суеты, как вы говорите. Ну, приезжаю в галерею, по Москве на этюдики сходить, особенно в выходные. Ну, в большей степени стабильное такое состояние. Я не люблю суеты, вот эти все бегают, прыгают, топают, кричат. Мне это уже не нравилось. Раньше мне нравилась такая Москва, а сейчас... Но чтобы учиться, нужно быть, можно сказать, на волне? Ну, по Фейсбуку смотрю, что там какие-то работы. Ну, конечно, человек впитывает себя даже невольно. Он дует все равно, сдирает, понимаете? Угу. Все равно сдирает. Ну, ходим на выставки, на арт-манежи там всякие. В связи с тем, что вы взяли плоскую материю для того, чтобы с нее в плане с картиной перенести на сферу, и ваши куклы уже приобретают объем. Да. Ну, то есть картина становится куклой. Да. Но так как вы взяли сферу, кукла получилась не просто сфера, а человек в меру упитанный. Ну, и кто-то сразу, да? Тема. Я уже с этого начинал практически. На картинах у меня все люди такие толстенькие. Не знаю почему. Раньше они были яйцеголовые, более... Тоже они более декоративные были, мои первые работы в жанровой композиции. Я имею в виду картины. Там ни глаз не было, один нос торчит и уши, и все. И яйцевидное лицо. А потом я стал более усложнять, стала мимика какая-то на лицах появляться. Это, можно сказать, этап развития от и до? Или все-таки это специальный замысел? Нет, никаких замыслов. Это этап развития. Мне стало что-то не хватать, надоедать одно и то же. И пошел в лицах, стал копаться. Раньше только движения, там какие-то ситуации такие, каких-то болванчиков таких. Ну, безликих людей таких, у которых там... Только голова, ну... То есть драматичность отсутствовала? Да, только какие-то пластические тоже движения, там люди, действия какие-то, сцены жанровые. А сейчас я стал что-то в лица, там лица стали, не сказать, что более худощавыми, нет. Но они стали более объемными, нос, глаза там... Жесты-то остались, но стали и более живописны, стало больше живописи там намного во всех работах.
Раньше люди были как раз такого очень классического типа, и женщины были такие в меру упитанные, это была красота определенным образом. Сейчас в наше время процветает образ человека худого, высохшего полностью, да? Скажите, вот вы как относитесь к этому? К анорексии? Ну, в данном случае, да, к похудению через меру. Похудение плохо. Ну, вы видите, худой любит толстый. Что я пишу, толстых, наверное. Ну, конечно, все в меру, естественно. То есть все-таки это определенная как-то экстраполяция ваших мыслей? Нет, говорят, что маленький, большой любит, и худой, толстый. Не знаю, может быть. Но у меня именно такие образы родились. Говорят же, человека хорошего должно быть много. Да, говорят. А на худого смотришь, они, да? И они добрые. Толстые. Да, и они добрые. А худые, как я, злые. И ведь действительно, вот я посмотрел сегодня на вашу картину, не могу сказать, как она называется, но смотришь на эти образы и становится как-то вот по-доброму приятно. Ну, у них почти во всех ирония такая, гротеск, я стараюсь. Я человек... люблю юмор, понимаю его, и хочу в картинках, чтобы был не злой, а легкий такой, ирония такая человеческая, юморок такой. Не издеваюсь там над человеческими там недостатками вот этими, а что они какие-то сценки такие смешные из жизни выхватывают. И также в куклах стараюсь, чтобы они были, чтобы можно было посмотреть и улыбнуться так. Это моя жизнь. Мне нравится это делать. Это моя жизнь. Можно сказать, что вот посредством такого отношения к жизни, не через серьезный взгляд к вещам, а через такую долю иронии, да. Немножко комедии, да. Ты воспринимаешь жизнь действительно по-настоящему красиво. Да. И к своему искусству, так называемому, отношусь так же. Я никогда не буду мечтать о том, что где-то там рядом с Рембрандтом там, встать на одну ступень или что-то. Просто мне нравилось так жить. Итак, по поводу времени. Живем время действительно интересное. Интересно оно тем, что происходят события, которые действительно являются ключевыми для всего человечества. И сегодня каждый сам выбирает свою реальность. Одни как-то вот печально смотрят на события, говорят, что это утопия, что весь мир катится на дно, и да, что скоро все закончится, да. Другие, наоборот, как-то абстрагировались и живут своей жизнью. Третьи выжидают, четвертые являются оптимистами. Я склонен все-таки к людям, которые делают дело вокруг себя, делают его хорошо, творят добро, созидают. Скажите, вот ваше отношение к сегодняшнему времени и к этой ситуации в целом? Мы не говорим о политике, но тем не менее она все равно через нас проходит. К сегодняшнему времени, ну, хочется, чтобы все закончилось хорошо. Все это. Как в сказке. Внуки же растут. Очень хочется, чтобы они были счастливы. И никаких войн не хотелось бы. Ни в коем случае. Пускай все творят. Поют песни, любят друг друга, рисуют картинки. Хотя, мне кажется, 21 век, они закончатся, эти картинки, мне кажется. Люди перестали работать люди руками? Перестанут постепенно писать картины. Или сам маргиналы какие-то останутся, которые ископаемые. Которые... Но хотя, может, это не должно быть массовым искусством. Мне кажется, должно быть как вот... избран. Как в театр, на оперу. Не все же ходят на балет. Это не должны все понимать, мне кажется. Это должно быть штучный такой. Не товар, а хобби там, собирательство. Мне так кажется. Что мы должны сделать для того, чтобы случилось то, о чем вы говорили? Чтобы внуки жили, чтобы не было войны? Работать, меньше злиться, психовать, завидовать меньше друг другу. Работать. Каждый должен работать. У нас мало... народу работает в России. Все продают? Все должны работать. Многие продают только, да. Можно работать, сказать, что любят, это работа. И не любят продавать даже, мне не так любит. Кажется. Хотя продают, но не любят этой работы. Любят отдыхать, бухать. Всеобщее, да, праздничество. Любят отдых, да. Отдых. Каникулы задержные. А я люблю работать. Не люблю праздники.
Потому что приезжают дачники, начинают там петь, орать, петь. А я люблю работать. Когда все сваливают зимой, вьюга, а ты красишь или вырезаешь свою куколку. Ну, не такую куколку, а своего крокодила очередного. Вот так. А что вы пожелаете все-таки зрителю наших встреч этих замечательных? Потому что я считаю... Любить страну и работать, работать для нее, для себя. И за это получишь деньги. А, как интересно сказано, и за это получишь деньги. Но не всегда же человек, который трудится, получает деньги, тем более сегодня. Да, особенно художник. Не всегда, очень даже не всегда. И как же ему трудиться в таких условиях? Терпеть, терпеть. То есть просто работать и терпеть. Воспитывать детей, которые будут потом помогать тебе. Ты им помоги, и они тебе будут помогать. Если у тебя нет покушать у художника, то тебе помогут дети. А если нет детей? Кто поможет художнику? Ну, художник без детей, он вообще талантливым становится и очень более таким раскрепощенным. Ему не надо кормить ни детей вот этих, которых мне пришлось кормить. А у него всегда есть соблазн пойти что-то продавать. Я не отдался полностью только искусству беззаветно. Я думал о том, чтобы продать в свое время и покормить деток. Теперь пускай они думают. А тот, который без детей, он очень, видимо, будет талантлив и... Продаваем без них. То есть он и маркетолог, и художник. Он абсолютно отдастся этому искусству. Он кофе попил там, выпил вина, и все, и работает. И все, и не думает. Ему не надо думать о семье. Только о работе. Мне с этим делом было иначе. Ну тогда финальный вопрос. Да. Искусство для жизни или жизнь для искусства? У меня жизнь для искусства. Мне нравится так жить. В искусстве в этом. Вот так. Мне очень нравится работать. Можно сказать, что это бесконечность, которая живет после вас? Нет, я не думаю, что мои шедевры будут жить там очень долго. Это не важно. Важно, что мне это нравится сейчас. А там потом можно и в топку. Но очень много работы уже ушло к людям. Я надеюсь, им они нравятся. Более 3000 работ у меня я написал. С 91 года я стал как-то контролировать свои, там, считать работы. 3000. Пускай 1000 людей знает меня из этих 3. Это уже вечность, считай. Ничто не вечно. Ну, на этой прекрасной ноте мы завершим сегодняшнюю встречу. С нами был Борис Иванов, я Рубен Маншпайзер. Ну и, конечно же, наше замечательное искусство, в котором мы с вами и пребываем. Mm-hmm. В пространстве кукол. До свидания.